С каждым годом роль женщины в общественной жизни и управлении нашего города возрастает. Но прежде всего, каждая женщина – мать. Вот, к примеру, Мунсус Тлегенова, хоть и трудится допоздна, старается найти время и для семьи, и деток. Вообще, встретив эту хрупкую женщину на улице, вряд ли можно подумать, что она – водитель пассажирского автобуса. До этого управляла троллейбусом. Возят людей по городу Мунсус уже более 30 лет. Многие, конечно, мне говорят, что это не женское дело, но я уже довольно умело управляю пассажирским транспортом. Чувствую габариты. Мой подъем начинается в 4:30 утра. Привыкла уже рано подниматься. Международный женский день стал прекрасной возможностью для мужчин выразить признательность и свое восхищение всеми женщинами, в частности тем, что всегда находятся рядом. Аким Асхатулу Шахарову еще предстоит поздравить свою супругу, но сегодня его теплые пожелания прозвучали для всех актюбинок. Мы всегда готовы во всеуслышание говорить, что мы вас любим, уважаем, ценим. И все лучшее исходит от вас. С Международным женским днем вас! Лиза Сакиева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».